С первого же взгляда понятно, что флешки серии Fuse достаточно удачно стилизованы под тематику iMac, но больше всего в ходе реального использования нам понравилось высокое качество изготовления и продуманность юзабилити. Корпус устройства сделан из двух металлических половинок с матовой поблескивающей поверхностью. Основной цвет темно-серый, а пластик может быть белым, голубым или черным. Все элементы настолько хорошо обработаны, что это реально вызывает уважение. Фишкой же этой модели является то, что обе части сделаны магнитными. За счет этого колпачок держится на разъеме, а в момент использования его можно прикрепить любой стороной к основной части. Приятный нестандартный подход. Накопители выпускаются в 4 вариациях емкости от 8 до 64 ГБ. У нас на тесте оказались две версии емкостью 8 и 32 ГБ. Их стоимость соответственно составляет $10 и $20, то есть цена абсолютно не выше среднестатистической. Скорость работы при этом совсем невысокая, можно сказать соответствующая деньгам. Более объемная флешка при чтении показывает 25,8 мегабайта в секунду, а при записи 8,9 мегабайт в секунду. Менее объемная 22,4 и 5,6 мегабайт в секунду соответственно.